Ребята, пришел тиранчик в работу. Замена головы, замена всех динамиков, установка двух усилителей и саба, соответственно. Саб, соответственно, взад, один усилок под полики, один к сабу, динамики АК-74, передние двери и задние двери. Во все четыре двери испытаем, будут врезаться пескуны вверх, голова Sony. Если от нее найдут фишку для выхода, вот она. Фишку мне не дали, не привезли. Все выхода в этой фишке. Ну и саб, соответственно, спортивный GBL. 600 номинала, киловатт 800 пиковая. На экспорт трубе. Экспорт. Усилитель, один молот для динамиков, 4 по 60 на двери, один мистерия, двухканалка, 2 по 240, в Москву получится 600 ватт, как раз для этого саба. Сегодня начинаю, завтра, думаю, закончу. Динамики будут врезаться в двери, в сами карты. Вот это вот некрасивое вырезается в их места через штатные, вернее, через грили, которые в комплекте ставятся, динамики. Двери передние, по-моему, шумлены, судя по звуку. Задние я буду делать виброшумоизоляцию. Ну все. Зашумел одну дверь. Видишь, видео есть, входа-выхода. И вот этот колокольчик, это вход, аукс. А вот этой фишки нету, белой. На ней висят все выхода для усилителей. Да, передние двери зашумлены. Стояли просто тупо динамики через вот эти вот штатные проставки. Но АКшки не лезут, не лезут туда. Пришлось ставить свои кольца. Динамик будет прикручиваться не сверху двери, а сюда. Иначе мы потеряем эффект камеры. А динамик на дверь, получается, ставится. А сюда я вырезал уже. Ставится сверху. Кольцо прикольно будет выглядеть, кстати. Сейчас я просто здесь, видишь, оторвану от тебя. Открутил саморезы, по новой все прикручу через шайбы. По пищалку сделал тоже вырез. Как-то так. Вот, закончил с вырезами. Пищалка все стала, нормально будет стоять. Еще вклеивать. А здесь будет вот так вот выглядеть. Но динамик будет стоять, понял, на двери. Ну, его видно будет. То есть, так будет лучше, нежели, блядь, с этой штатной ебаной решеткой. Раз красный. Я бы на твоем месте еще, знаешь, что замутил. Но сам не хочу делать. Времени нет. То есть... Вот сюда, да, только с той стороны. У тебя же глубина, да, динамика получается бы, глубина, да. Взял бы красную светодиодную ленту красного цвета и запитал ее от ручки, от габаритов. То есть на ручке наверняка есть габариты. То есть когда вечером включаешь, у тебя бы динамик вспыхивал красным цветом. Он, это прикольно было бы, охуенно. То есть не просто кольцо, да, вот такое было бы. И как у меня на двери стоит, а там динамик светился красным цветом. Охуенно было. Это с любым автоэлектриком замутить, это хуйня делов сделать. Так, я наметил. Тем более, смотри, здесь пули, фазовырыватели так называемые, они никелированы, они отражать пиздец как свет начнут. Красный светодиодный, который будет сверху, его не видно будет, но он будет, сам вот эта хуйня вся светиться будет. Вот это будет ярко светиться.
Как будто с завода. Скатываю листы. Шумки. Пищалки провод готов. Вот вторая обшивка. Но здесь похуже, пыли много будет собираться. Штатные динамики стоят на штатных кольцах. Проставочных пластиковых меняем. Зачистил отсюда от грязи дверь. Протер все растворителем. Сейчас наступим. Катал первый лист.